сегодня мы собрались по замечательному событию. 12 лет рекламному агентству 5 звезд. Давайте знакомиться. Меня зовут Оксана Осипова. Я ваш модератор. Итак, начнем. У нас здесь Ибрагим Ибрагимов. Что вы представляете? Стоматология Салева. Гендиректор. Евгений Евгеньевич Катаев. Я представляю рекламное информационное агентство 5 звезд. Мы именинники сегодня. Я думаю, у меня самое вкусное блюдо получится. Инга Мессирова, руководитель магазинов «Крокс», «Финская одежда», «Баон». Станислав Мессиров, генеральный директор группы компании «Акватрейд». Глушкова Оля, шеф-повар оркестра «Баба Кунжут» и совладелец. Хотелось бы еще отметить, что Ольга всегда идет нам навстречу и участвует во всех наших мероприятиях. Большое спасибо. Кухарчук Гульнара, врач-стоматолог, руководитель стоматологии «Орхидея». Тюрмана Ивановна, Сургутская торгово-промышленная палата. Галина Гарипова, исполнительный директор телерадиокомпании «Сургутинтерновости». Нина Шарипова, руководитель отдела продаж маркетинга компании «Новый бизнес технологий». Евгений Духовников, рабочее время за начальник ГИБДД города Сургута. Вот и замечательно, все познакомились. Но поскольку у нас сегодня очень радостное, хорошее событие, прямо сегодня, 12 лет назад, на базе рекламного отдела телерадио компании «Сургутинтерновости» было образовано агентство полного цикла «5 звезд». На сегодняшний день это телевидение, радио, полиграфия, интернет, который плотно входит в нашу жизнь. Мы даже сегодня сами разрабатываем сайты. Это, кстати, наша новинка. Итак, не будем долго задерживать, потому что мы так задерживаемся. И тогда наш мастер-класс начинает Ольга. Она сейчас расскажет, что мы будем готовить. Насколько я знаю, у нас сегодня итальянская кухня. Да, ну или с элементами так, как бы, немного азиатской, немного европейской. Потому что, в моем понимании, существует прямо итальянская кухня. Где-то что-то всегда заимствовано. Что мы сегодня приготовим? Мы приготовим 3 блюда. Это будет ассорти из закуска, ассорти из брускет. Брускеты у нас будут с моцареллой, томатами, соусом песто. Брускеты с лососем, кинзой и оливковым маслом. И третья брускета с маринованным перцем. На салат будет зеленый салат, кучу зеленого салата, авокадо, огурец и итальянская заправка. И на основное блюдо будет запеченная нерка с кускусом, вялеными томатами, чесноком, петрушкой. В общем, такая ароматная тематика немножко. Вот. Кажется, что очень все тяжело, очень много. На самом деле... Слюнки уже потекли. На самом деле все очень быстро, тем более у нас 20 рук, поэтому готовить все мгновенно можно. Ну, начинаем. Начинаем? Да. Что делаем? Смотрите, на любой кухне, в любом деле, в кулинарном деле дома у нас самое первое, это делается то, что самое долго печется. Да? То есть, соответственно, самое долго печется здесь у нас нерка. Самый простой маринад, который, ну не самый простой, хорошо, а ну какой-то такой простоватый маринад и очень вкусный. Она уже полностью почищена, внутрь, в пузо надо будет, я думаю, что мужчинам дадим это дело. В пузо надо будет положить листья лайма, лимонграсс, немного чеснока, немного кинзы, немного петрушки. Просто полить оливковым маслом, хорошо посолить, хорошо поперчить, уложить это все в пергамент, фольгу и поставить в духовку на 100 градусов. Пока мы с вами будем готовить все остальное, примерно там 30-40-50 минут, как раз нерка дойдет до того состояния медиума, которое должна быть рыба. То есть мы ее не она у нас не перестоит, не пересушится и будет очень нежной, очень вкусной, ароматной. За счет вот тех, как я сказала, азиатских немножко нот. Но мы подадим ее с кускусом в итальянской манере, поэтому как бы соединим такие штуки. Вот. Как интересно, она в ней бывает итальянская кухня? Ну, она бывает, наверное. Но для каждого шеф-повара свои кухни какие-то, поэтому я не буду спорить с профессионалами своего дела, поэтому как бы каждого какие-то свои нотки. Это что касается рыбы. Все, что есть, нужно положить, вот находится здесь. Дальше. Чиабатта – это хлеб, основа наших брускет. Очень пористый, очень нежный, очень легкий хлеб. Его нужно будет порезать специальным ножом, кто это будет делать. Его нужно порезать на кусочки, немножко запечь в духовке. И, в общем, он, получается, будет хрустящий снаружи и очень мягкий внутри.
начинки, которые нужно будет сделать. Моцареллу порезать пополам, смешать ее с дольками, с половинками томатов и все замешать соусом песто. Вот это. Дальше. Просто запеченный перец почистить от кожицы, почистить от семян, порезать соломкой и замариновать в оливковом масле, розмарине и чесноке. Немножко бальзамического уксуса, соли и чуть больше сахара. И третье – это лосось, кусок лосося мелко-мелко порубить, смешать его с красным луком, оливковым маслом, кинзой, петрушкой. И вот у нас три начинки готовы. Салат самый простой, салат мы сделаем в конце. Тем более листья салата должны быть хрустящие и очень красиво смотреться на тарелке, поэтому если мы сейчас их разложим, то они у нас все упадут. Поэтому салат простой из авокадо, из огурца и листья салата сделаем в самом конце. Ну что, разбираем задание. Кто режет самое сложное хлеб? А что с рыбой? Ее делать? А, порезать? Нужно почистить. Вот эту перчаточки. Можете, смотрите, если хотите, можете одевать перчатки. Хорошо, хорошо. Лосось, да? Да, можно лосось передать? А вот, уже ее забрали. Инга, скажите, у вас кто хозяин на кухне? Вы не поверите, и у меня тоже супруг хозяин. Супруг хозяин на кухне? Какое его коронное блюдо? На самом деле, коронное блюдо раньше было одно мужское, но это было очень много. А сейчас это у меня мастер-классика. Не только яичница, да? Не только яичница, любые изысканные блюда. Особенно, я думаю, они близки по духу с Ольгой, потому что он тоже любит смешивать разные варианты с кухом. Начинает готовить в итальянском. То есть не только может руководить большим предприятием, но и руководить на кухне. Да, не останавливается. Да, гениальный мужчина гениален во всем. Это точно. Давайте сделаем. Скажите, пожалуйста, а вот... Его как? Развязать? Все режем, да, для рыбы? Все мелко? Да нет, вообще не режем ничего. Вот ничего не режем. Я уже все Галина, вы недавно вышли замуж. Скажите, кто у вас на кухне главный? Конечно, у меня муж. И что же он готовит? Какие национальные блюда? А он тоже любит эксперименты и смешивает. То есть ты на кухне не бываешь? Нет. Сначала бумага, а потом... Нина, расскажите мне о вашей семейной жизни. Кто готовит дома? Дома никто не готовит. Никто не готовит, на самом деле. Я последний раз стояла у плиты на Новый год, наверное. Это у духовки с правильным питанием, с грушами. Правильное питание, доставка еды, очень полезно. И очень быстро. Очень быстро и действительно полезно для организма. Что вариант нашей современной жизни? Соль. А вот здесь у нас деловые женщины. Скажите, пожалуйста, а кто у вас? Знаете, у нас все ровно 50 на 50 поделено. Все готовят. Да. У нас все моют посуду. Посудомойка моет посуду. Да. Есть специально обученная машина для этого, да. Включаешь 220. Хорошо, какое ваше коронное блюдо? Мое коронное блюдо очень почмак. Это татарская национальная треугольничек. Вот когда бываю в Башкирии, боже, как родственники готовят это блюдо. Да. И картошечка там, и мясо. Очень вкусно. Ну, раз вы умеете готовить, значит, вы где-то вот росли в таком районе, где действительно этому учат. В Мурманске этому не учили. Я училась в Башкирии потом. А, все понятно, как и я. Да. Да, ну это... А вы тоже учились в Башкирии? Да, 5 лет. В Уфе.
Какой красивый город. Отлично. Как там вкусно готовят пучмаки. Да. И в столовой университетской. Расскажите, а у вас кто главный? Супруг. Что готовит? Все. Вообще? Вообще все. А если ему суши заказать? Легко. Я так чисто посуду помыть, ну, помидорки порезать, там, лучок порезать, на подхвате. Вот, да. Я смотрю, в последнее время женщинам все чаще и чаще везет. Мужчины все чаще и чаще готовят. Как говорится, я тут с голода, конечно, тоже не умру. Я себе приготовлю омлет. Но... Нет, не только омлет. Я умею готовить. Но он готовит лучше, вкуснее. Не занимайте. Это замечено. Да, это замечено. Ладно, отвлекать не буду. Готовьте. Семья большая, надо готовить быстро. Смотрите про лук. Все мы плачем всегда от лука, не знаем, как его порезать, чтобы, опять же, не вот воспользоваться вот этим движением и не крошить его. Мы работаем вот этой частью ножа. Работаем вот эту частью ножа. Одну часть попки мы оставляем, вторую часть попки мы отрезаем, чтобы она нам не мешала. И разворачиваем лук себе полностью попкой от живота и, не дорезая кончика попки, делаем вот такие вот надрезы. Дальше сами. Если нужен мелкий кубик, то разрезаем вдоль и режем уже. Тем самым у нас лук не крошится по всей доске, меньше выделяется сока, соответственно, меньше плачем. Ну и нету хаоса на доске, как мы любим устраивать. Все, вперед. Сюда. Розмарин. Вот, да. Вежливо, но у нас получилось. Да? Просто можно. Смотрите, делаем маринад для перца сейчас, потому что все попробуют и все начнут спрашивать, что там. Очищенный перец, разрезанный на соломку, чеснок и розмарин. Просто, да, просто хаосом. Дальше мы туда добавляем бальзамический уксус. Смешиваете половину. Половину томатов с мецепатиков. Я сейчас разделю половинку, да? Давайте, я скажу стоп. Тут ложечка, ничего такого нет. Чем это не половину отгребать? Достаточно. Сейчас ложку нам. Достаточно. Привет. Держите. А что там с у нас с хлебом? Он не сгорел? Запах есть. Я уже сказал, что я с открытыми руками. Оливковое масло. Сюда добавляйте песто. Еще. Оливковое чуть-чуть. Ольга, а расскажи нам, пожалуйста, о нерке немного. Вообще, что это за рыба? Это лососевый. Это лососевый, и все, да. Это ну, считается как северная. Она дикая, норвежская. Полезная? Она дикая. Thank you.
я хочу поздравить агентство 5 звезд с юбилеем. Ну, что им, расцветать, цвести, подниматься, радовать. Как говорится, они уже давно у нас в поле зрения. Присоединяюсь к поздравлениям с очередным юбилеем, праздником, как угодно можно назвать, рекламного агентства 5 звезд. Желаю, конечно, в будущем новых творческих проектов, успехов, чтобы весь состав, который работает, был постоянно занят, в голове были какие-то свежие мысли, ну, соответственно, взаимодействовали с нами, потому что мы всегда рады любой помощи, в том числе и какой-то совет, какие-то действия, то есть всегда рады что-то узнать новое, потому что, насколько я помню, что всегда были только креативные идеи, которые помогали нам именно в нашей деятельности, в том числе безопасности дорожного движения. Еще раз праздник. Поздравляем агентство 5 звезд с замечательным днем рождения. Вы достигли прекрасного возраста, 12 лет, 13. И сейчас он у вас такой очень интересный, спорный, такой подростковый, такой тинейджеровский. И я вам желаю искренне, чтобы все ваши задумки целеустремленные прекрасно воплощались в жизнь, чтобы вы продолжали радовать своих партнеров и своих клиентов своим креативом, и чтобы вы выросли в еще больше настоящего большого мужчину, которому мы бы очень скоро праздновали бы 25. Дорогое рекламное агентство 5 звезд, от всей души и от торговой промышленной палаты, от всего предпринимательского сообщества я вас поздравляю с днем рождения. Растите, процветайте и побольше таких замечательных, вкусных дней рождения. Спасибо большое. Поздравляю компанию 5 звезд от лица компании «Бизнес технологии» от себя лично с днем рождения. Я желаю вам самое главное в этом юном возрасте прекрасно, командного ресурса для того, чтобы вы были креативными. Часто говорят, у нас на севере, в Сургуте нет креативных людей, которые могут креативный кластер двигать вперед. Это неправда. У нас достаточно талантливые люди для того, чтобы реализовывать, показывать, как мы можем рекламировать. Я желаю вам всегда быть в ресурсе. А для лично и от компании «Стоматология Орхидея» поздравляю вас с праздником. Хочу пожелать, чтобы ваша компания, знаете, до таких размеров разрослась и оставила свой след в истории. Ну, таких компаний немного, которые известны на века. Да, вот я желаю вам, чтобы это имя вашей компании, оно стало именем на века. Это уже обо всем говорит.